Водителей, которые в течение года трижды нарушили правила дорожного движения, вероятно, смогут лишать прав на срок от года до полутора лет. Соответствующий закон Государственная Дума приняла в первом чтении. За инициативу проголосовали 403 депутата из 446 присутствовавших. По замыслу, когда автолюбитель нарушит правила впервые, для него начнется отсчет. Если за год водитель выйдет на встречную полосу, не пропустит пешехода, превысит скорость более чем на 40 км в час или допустит другие нарушения дважды, он лишится права управлять машиной. Если же окажется, что у него вовсе нет водительского удостоверения, водителя ждет штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Впереди у закона еще два чтения.